Срок уплаты имущественных налогов за период 2017 года завершается в начале декабря. Об этом напоминает налоговая служба. В связи с тем, что первое и второе число месяца выпадает на выходные, крайний срок уплаты налогов в этом году – 3 декабря. Важно помнить, если у вас оформлен личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, бумажное уведомление по почте высылать вам не будут. Зато оповещение можно увидеть в личном кабинете или на сайте госуслуг. Севастопольцам предстоит оплатить транспортный налог и земельный. С полным перечнем льгот, которые могут получить граждане разных категорий, можно ознакомиться при личном обращении в налоговый орган. Одна из самых массовых льгот – имущественный вычет для пенсионеров с налога на землю. К примеру, если ваш участок занимает 10 соток, то налог можно будет заплатить всего за 4 из них. Налогооблагаемая база уменьшается на сумму кадастровой стоимости 6 соток. Такими льготами, имущественным вычетом таким может воспользоваться пенсионеры, получающие пенсию, герои Советского Союза, герои Российской Федерации и так далее. Нужно написать заявление в любой налоговый орган с представлением подтверждающих документов либо лично при посещении налогового органа, либо через личный кабинет, либо почтовым отправлением. 9-10 ноября в Севастополе органы налоговой службы проведут дни открытых дверей. Все интересующие вопросы можно будет задать лично.